После сохранения проекта в формате FBX переходим в 3D Max. У нас уже открыт. Так, открыт 3D Max. Создаем файл с новой, создали. И теперь вот здесь есть референс. Заходим сюда, затем менеджер links, менеджер ссылок, и свяжем наш файл FBX. Есть несколько способов, я сейчас пока работаю через связку. Можно просто вставить файл FBX. Нажимаем сюда файл. Найдем наш проект. Вот он, файл FBX. Open. Attach. Здесь мы поставим нет. Нет. Все, вот он у нас присоединен, загрузился. С Revit там здесь загрузилась камера Revit, все это нужно удалить лишнее. Так, вот ориентация, все. Это солнце, все это нам не надо. Вот. Еще ориентация, вот это убрать, все нам это тоже не надо. Все, вот лишние объекты мы удалили. Теперь я вот в 3D Max здесь есть 4 окна для видов, сверху, слева, фронтальный вид. Можно переходить на различные виды. Затем здесь кнопочка, нажимаем активный вид, станет на весь экран. Вернул его. Я обычно работаю в двух, как бы больше рекомендаций в четырех окнах, и мне почему-то нравится в двух. View, Viewport, Configuration, вот, Layout, и вот я выбираю два. Окей. Все, вот у меня два окна. В одном я работаю, переключаясь, вот здесь мы переключаемся на виды, это снизу, вот, сзади, слева. Здесь я обычно работаю в перспективе. В окнах есть несколько режимов. Вот, допустим, это вид, потом переходим в стандарт и виды. Дефолт шейдинг. Мы видим все. И текстуры видим. Вот нам из Revit даже бетон перешел. Вот. И есть режим Edged Face, когда мы будем еще видеть ребра. Вот эти линии, черные ребра полигоном. Вот. Если же Wireframe Override, то будем видеть каркасный. И также горячие клавиши можно F3
Я сейчас нажал на нее и вернулся в полнотелый вид. F3 нажал, опять мы видим каркас. Если F4, вот я сейчас нажал опять F3, вернулся в полнотелый вид, и F4 у меня появятся ребра. Вот как бы в этих двух режимах я работаю.